детскую идолу, я смотрю, с гордостью всем говорю, знакомьтесь, Маковки. Так необычно и креативно дети, воспитатели и родители детского сада номер 16 защищают своих снеговиков, которых они вместе слепили накануне праздника «День снега». Идея создать семью Марковкиных родилась не случайно, а 2024 год – год семьи. А это значит, что в этом году все будет посвящено теме сохранения семейных ценностей. Было трудно понять, как из одного куба сделать сразу троих, целую семью, потому что куб был единый монолит, а идея у нас была немножко другая – сделать их по отдельности. Вот. Но когда пришли, уже сразу сориентировались, что нам делать. И очень дружной командой мы стали вырезать, налеплять. Кто-то носил воду, кто-то подсказывал идеи. Все отходили, смотрели, как художники. Вот. И затем уже быстро-быстро украшали. Каждый гость на празднике смог найти себе занятие по душе, принять участие в соревнованиях по баскетболу в валенках, поесть на скорость пельмени, попробовать себя в роли керлингистов, а также поучаствовать в интерактивных играх. Погода хорошая, много всяких игр и забав. Мне кажется, это интересно. Молодежи интересно, взрослым интересно. Праздник для детей, для взрослых, правда, праздник. Здесь очень весело, люди дышат воздухом свежим. Нам все очень нравится. Да, нравится. А что нравится больше всего? Сейчас играли в футбол в меня. Вот наша команда победила. Вот, и моя группа еще лепит снеговиков. Красивые фигуры, красивые, понравились. Музыки много, весело. Также на празднике все желающие смогли покататься с горки на ватрушках, насладиться вкусным чаем и глинтвейном. Эстафету праздника «Дня снега» приняли стадионы «Кар» и «Ледовый дворец», где гости смогли с ветерком покататься на коньках. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.